Всем большой привет! Сегодня снимаю небольшое видео для вас. Мы вот сейчас в лесу. Видите, какая классная погода. Смотрите, сколько снега у нас. Видите? Вон там все снежное. Сегодня солнышко. Сегодня светит солнышко. А я такая вот нафуфыренная. На самом деле я иду делать фотки для одного марафона, который стартует 1 декабря. Вот эти фотографии будут в Инстаграм выложены. И мы вот решили... Смотрите, какая красота. И мы вот, короче, решили прогуляться. На самом деле морозно. Градусов, наверное, минус 5 на улице. Но так прям свежо. Так прям здорово. Хорошо, сухо на улице. Так что мы вот гуляем, наслаждаемся тишиной, лесным воздухом. Ну и заодно поделаем зимних фотографий. Уже все-таки пора сменить какие-нибудь аватарки на зимние. Впереди Новый год. Румянец это не мой, это я нарисовала себе дома. Для того, чтобы такие у меня были щечки румяные, мне нужно очень-очень долго гулять. Так что сейчас буду искать себе место интересненькое какое-нибудь для фотографий. Вот. И поделаю фотки. Потом, наверное, возьмем, выйдем из леса, когда возьмем кофе, купим. Еще немножко погуляем, попьем тепленького кофе и пойдем домой завершать свой выходной день. Всем хорошего выходного и оставайтесь со мной. Природа заснула. Очень красиво. Прям, ну, очень. А вон там вот, вон они, мои ребята, идут впереди с коляской. А здесь прям солнце. У нас лес как будто поделен на две части. Здесь вот, смотрите, снега практически нету. Здесь светит солнце с той стороны. А та сторона вся заснеженная, прям вся в снегу. И здесь вот посередине у нас такое как бы болото. Всегда-всегда замерзшее место. Вот видите, по той стороне сосны все в снегу. А с этой стороны... Все как будто вот прям осень. И снега тут как будто не бывало. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Тут прям вот все в снегу. Обалдеть. Я хочу найти елку. У нас нету елок здесь. У нас только какие-то высокие сосны. А елок нету. Так что, короче, пока делаем на чем есть. Фон, в смысле того. Ну, какая красота. Правда? Ну, в общем, как-то так вот у меня такой вид русской красавицы. Потом все фотографии увидите. Да и вообще таких зимних фотографий очень мало у меня на самом деле. Мне кажется, сейчас такой очень актуальный будет такие фотографии. Ой, какое солнышко сзади. Смотрите. Все, мы, в принципе, сделали фотосессию, которую мне нужно было. Приду домой, буду обрабатывать фотки, посмотрю, что получится из этого. Сейчас мы пришли на площадку. У нас здесь такая площадка Буратино. Здесь есть и каток, и горки. Летом различные тут такие концерты проходят районного масштаба. И вот сейчас мы здесь придем, не знаю, погуляем немножко. Потом пойдем домой, пока солнышко есть, гуляем. Вот он, наш парк Буратино. Вон он, сам Буратино стоит. Ну и тут такие есть различные фигурки, с которыми можно сфотографироваться. Беседка, качели, площадка. Фонтан не работает. Там не работает. Ну. Я смотрю на это. Вон фигурки различные. Мишки, лошадь, свиньи всякие. Не-не, забирайся, садись на черепаху. Там тигр рядышком с тигренком. Или львица. Там, кстати, музыкальные шары. Сейчас пойдем туда поиграем музыку. Все, сел.
Сейчас будем делать фото. Такая вышка пожарная. Давай, садись. Вставай. Такой типа лабиринт сделан из елек. Ну, давай, выползай. А здесь, а наверх? Ты ничего не пойдешь наверх, сын? Давай, шустрее. Все, добрался. Мы уже дома. Мы гуляли 5 часов сегодня на улице. Представляете, 5 часов. Мы с сыном еле-еле дошли домой, честно. Так устали до ужаса. Мы уже очень давно так не гуляли. Именно вот столько много пешим ходом. Естественно, конечно, муж с моим младшим пошли пораньше, он проснулся, и на морозе, конечно, так долго, ну, не решаемся гулять. Поэтому они убежали домой, а мы еще гуляли с Максимом, и, к сожалению, у меня села батарейка, и я не смогла вам заснять остальную всю прогулку. Очень много было чего очень интересного, Макс катался там на тарзанке, тоже впервые в жизни. Раньше, кстати, он очень боялся, в прошлом году он не решился сесть на тарзанку кататься, а в этом году он рискнул, ему понравилось, и мы там стояли очень долго, он катался. Так, там, кстати, еще есть различная лазилка, типа вот такой, знаете, веревочной площадки, как паутинка, как она раньше у нас была, но очень-очень интересно, очень развивает именно движение детей, ну, в общем, очень здорово, там такие лазилки различные есть. Мы уже знаем, что мы будем делать на следующие выходные. Сын сказал, что мы обязательно туда пойдем еще раз, но решили пойти все-таки пораньше, потому что сейчас мы были днем и уже очень много народу, и детки, ну, естественно, да, везде тоже хотят побывать, везде хотят поиграть, и приходится в каких-то, ну, вот стоять в очередях, ждать какого-то там, ну, аттракциона, да, или качели те же самые. Так что мы решили на следующих выходных пораньше встать и пойти гулять туда, пока мало народу. Вот, находились мы очень-очень много, действительно, была сегодня супер прогулка. Думаю, наверное, мы будем спать сегодня очень крепко. Жалко, конечно, что телефон сел, и не удалось много чего заснять интересного, но в следующие выходные мы восполним то, что не получилось заснять в этот раз. Потом я вам обязательно-обязательно покажу. Вот, так что тоже выбирайтесь куда-нибудь погулять, куда-нибудь интересные места ищите. Иногда вот так вот находится что-то интересное по домам, но не всегда туда
получается сходить. Иногда просто забываешь, иногда лень куда-то подальше ходить. А на самом деле очень-очень интересно и занятно. Там еще у нас есть, кстати, каток, но у меня как-то сын пока не решается встать на коньки, не хочет. Поэтому, ну, не заставляем. Там другие есть интересные вещи. Вот такой вот получился у меня влог. Такой, скорее всего, домашний, семейный, ничего интересного. Просто показала вам наши очередные выходные. Спасибо, что посмотрели это видео. Жду вас в следующих видео. И подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь в Перископ. Выхожу иногда в онлайн-трансляции, когда есть время. Можно там со мной поболтать в реальном времени. Вот, благодарю вас всех за просмотр и надолго не прощаюсь. Всех люблю и целую. Всем пока-пока.